Совсем недавно станция Кустанай была тупиковой. Новая железная дорога Кустанай-Тобол свяжет промышленные районы области с главными магистралями страны. Строительство дороги завершается. За короткий срок в степи выросли станционные поселки и технические помещения. На 100 километров протянулось полотно железной дороги. Забит последний костыль. Теперь кустанайская руда кратчайшим путем потечет в доменной печи заводов Урала. Миллион рублей в день. Спокойно, кротко выглядит Тобол зимой, доставляя удовольствие кустанайским любителям рыбной ловли. Однако весной река неузнаваема. Из года в год сносила она старый деревянный мост. Теперь Кустанай связан с заречными районами железобетонным мостом. Новый мост – одно из многих сооружений области, на строительство которых только в минувшем году затрачено свыше миллиарда рублей.